Друзья, всем привет! Как и обещали, с вами компания Miner World. И мы находимся на грандиозном, огромнейшем мероприятии, посвященному блокчейну, майнингу, DeFi, NFT. Здесь все. Здесь мы на мероприятии будущего, посвященному будущему. Это блокчейн Live 2021. Вон там у нас вход, поэтому мы входим. В самом удачном месте располагается наша компания. И очень тяжело прорваться, потому что у нас очень много заинтересованных людей. Итак, чем занимается наша компания? Мы предоставляем полный спектр услуг для людей, которые хотят заняться майнингом. Мы продаем майнинговое оборудование, дальше мы занимаемся его обслуживанием, ремонтом, размещением. На территории России у нас есть 4 филиала в 3 городах России. Москва, Санкт-Петербург и 2 филиала в Иркутске. Размещение майнеров мы производим в Иркутске, у нас там стоит майнинг-ферма. Мы можем познакомиться с тем, кто у нас здесь есть. Меня зовут Рамзиль, занимаемся не только продажами и хостингом, также и ремонтом. Мы ремонтируем почти все оборудование майнинговое, самые топовые модели ремонтируем. Мы намерены расширяться и захватывать больше пространства именно в майнерах, именно в ремонте в том числе, потому что мы это умеем делать и делаем хорошо. Ну да, конечно же, одно из самых главных, зачем проводятся подобные мероприятия. Да, компании предоставляют свои услуги, нетворкинг, люди знакомятся, очень сильно стреляют продажи, потому что мгновенно находят больших, хороших клиентов. Друзья, огромный масштаб мероприятия с каждым годом, даже просто, ну это как показатель, масштаб мероприятия становится шире, шире и шире. Мы нашли замечательную компанию, представляет свой майнер. Правильно понимаю, майнер у нас был спроектирован, разработан в Китае под наш заказ. Под ваш заказ. То есть, ну, вообще это российский заказ. Все вкусняшки с этого заказа остаются в России. Просто он производится в Китае. Да, правильно? Да. Правильно, да. Итак, что это за майнер? Какой у него алгоритм работы, под какую монету? Майнер на алгоритме SHA-256 под биткоин, то есть классическая модель. Чипы 8 нанометров китайского производителя чипмейкера SMIC. Соответственно, цена, которую мы заявляем, рекомендованная розничная цена, это $9,999, включая НДС. В рублях? В рублях это, ну, 700 тысяч рублей примерно, чуть меньше сейчас. Доллар сильно падает. Так, а сколько он давит? 93 хэш. Вот именно эта модель 92. Мы рассчитываем, что 92-95 будет. Заявляем как 90, чтобы, если будет чуть ниже, то как бы люди не разочаровывались. Из особенностей очень короткие платы с толстыми вентиляторами. Задача, чтобы задние чипы не перегревались, как у длинных майнеров, в которых, ну, тяжело потоку воздуха, да, проходить. Там, да, стоит больше теплоотбор. Да, да. Блок питания на 3,5 киловатта. При 92 он 3400 потребляет. Из интересного, радиаторы жирные, которые как два больших радиатора, которые прикручены к плате. Плата не деформируется, соответственно, при перегреве или каких-то других вещах. По качеству пайки ремонтопригодности он на уровне вот с майнера. Я обратил внимание, что у вас идет алюминиевые платы. Да. Правильно? То есть это прям шаг в правильную сторону. Очень важный вопрос про жару. Летом, допустим, от майнера они запускаются, то есть 30 градусов. Пока плата не остынет до 30 градусов, он не запустится. Ну, как бы в плюс 35 их тяжело запустить даже на улице. Здесь, смотрите, думаю, мы этот в 35, даже больше 37 градусов в помещении двое суток гоняли. Нет, именно момент запуска. Да, да, то есть он нагрелся, он там стоял. Мы его поставили, он двое суток работал в помещении, там 37 было. Вентиляторы работали на 40%. Сейчас вот эта партия приедет, первая ноябрьская, по 90 рахэш. До китайского Нового года ожидаем на 110 рахэш, как чипы нам чипмейкер отдаст. Я думаю, 110 рахэш будет уже еще интереснее. Надеюсь, также сохраним цена. Там. Ну, также сохраним на 20% ниже рынка. Стараемся сохранить цену. Ну, это где-то примерно 800-850, да? Да, что-то такое. Ну, как биткоин покажет нас в декабре. Если мы проснемся, не буду говорить через 100, через 50 или через год, через X лет,
какую мы видим экономику, какую мы видим инфраструктуру, на которой работает экономика будущего. Давайте кратко пройдем тогда по первому иностранному слову disintermediation, да? Быстро о том, какие у нас есть деньги. Да? У нас деньги есть у граждан. Да? У меня в кармане наличные в кошельке, у меня есть безналичные деньги на счету в Сбербанке, и у меня есть криптовалюта. Да? Возможно, есть какие-то другие формы, но в принципе так. Да? Как мы эти деньги учитываем? Мы эти деньги можем учитывать токенами, да? То есть уникальными объектами. Уникальный объект, например, 1000 рублей, имеет уникальный номер. В криптоиндустрии, естественно, прекрасно понимаете, что такое децентрализованный. Это значит, что нет единого центра управления, нет единой точки отказа. Да? К чему все это приводит? Это приводит к новому понятию цифрового права, которое, еще раз повторюсь, известно в криптовалюте. То есть нет посредника, который знает мой логин, пароль. Нет посредника, к которому я могу прийти с паспортом, он мне восстановит владение рублями, да, а я этим активом владею, потому что я владею криптографическим ключом, он у меня на защищенном носителе лежит в кармане. Посредника нет. И более того, владеть этой валютой можно без посредника, в принципе, даже и без банка. Да, если у вас цифровой рубль или токенизированный безналичный рубль записан на защищенном носителе, то вам, в принципе, не нужен банк, да, он у вас лежит в кармане. Зачем это нужно? Ну, самые простые кейсы. Отслеживание расходов, да, вы каждый рубль можете проследить, куда он ушел, будь то это колоссальные государственные траты. Будет ли эта среда публичной сетью, эфириум или какой-то другой протокол, или это будет национальное, покажет время. Но мы к этому движемся. И вот мы считаем, что стоит двигаться в направлении создания цифровых платформ. И даже я сейчас скажу, платформ ЦФА, цифровых финансовых активов. И вот последнее это немецкое слово, означает умение встроиться в будущее. Вот я так его переведу на русский язык. Что это значит? Это умение не только будущее предвидеть, но и сохранить себя. И вот в этом, собственно, наша непростая задача, потому что я возглавляю лабораторию блокчейн Сбербанка и моих коллег в других банках, это предсказать будущее, посмотреть, как будущее будет устроено и, в общем, сохраниться и преуспеть в нем. Очень крутой форум, очень много крутых компаний, новых идей, новых решений. Сбербанк выступил со своими видениями будущего криптовалюты. Очень интересная информация про криптовалюту, про финансы. Здесь сейчас обсуждаются такие моменты, которые всех затронут в будущем. Господа, добрый вечер. Компания Miner World. Меня зовут Владимир. Почем майнинг у вас? Майнинг? Бесплатно заходите, покупайте. Майнеры есть? Майнеры, конечно, есть. Какой диапазон? 200-500. Ну, тогда, наверное, вам вот с майнер подойдет 20 или 30 серия. Сколько он проработает до того, как устареет? На сегодняшний день S9, на S9 майнят, которые вышли уже, по-моему, лет 10 назад. Да? Да. И они еще в цене, и вот сейчас покупают, и они продаются, и они ходят. Пока растет цена за биткоин, то есть оборудование не устаревает. Понятно. Вот, у вас очень завлекающая реклама. Можно у вас взять буквально пару слов? Конечно. В двух словах, что за компания? Помогаем криптоэнтузиастам, криптоинвесторам, майнерам, валидаторам, всем тем, кто как-то связан с криптовалютой, общаться с государством, декларировать доходы свои от криптовалют, не нарываться на штрафы, соблюдать те ограничения, которые уже установлены законодательством, ну и вот быть в неком таком правовом поле. Какие есть советы, то есть чего стоит опасаться? Что, в чем проблема? То есть, ну, по идее, вроде заработал, за свет заплатил, остальное пришло. Понятно. В чем проблема? Проблема в том, что в нашей стране пока что называется платить налоги с доходов в криптовалюте, что называется, не принято. А пора как бы это начинать делать. Вообще всегда надо было это делать, потому что облагается налогом не криптовалюта как таковая, а доходы. А такой раздел уже давно есть в налоговом кодексе. Есть доход,
принесите налог. Что касается майнеров, рекомендация такая. Мы все-таки считаем, что нужно юридическую оболочку создать майнерам, то есть как минимум зарегистрировать себя в качестве индивидуального предпринимателя, потому что налоги — это отдельный раздел, а есть еще такая история, как незаконное предпринимательство. Если продали криптовалюту, которую вы намайнили, надо задекларировать этот доход, заплатить налог и, что называется, спать спокойно и иметь возможность эти уже белые средства там тратить, размещать за рубежом, покупать себе какое-то имущество и так далее. То есть до того момента, пока криптовалюта находится в виде на кошельке, в виде пула, то есть даже если растет курс, то есть ты ничего не заработал на этот момент. Заработал только в тот момент, когда конвертировал валюту в легализованную. В другую валюту, да. Только в этот момент и считается, что ты заработал. Это налоговое событие. В этот момент очень у вас момент. Возникает обязанность исчислить налоговую базу, задекларировать ее и заплатить налог. Вы не имеете права принимать криптовалюту в качестве встречного обязательства. Это запрещено прямо законом от ЦФА. Поэтому даже рекламировать нельзя, что вот у вас биткоин вы можете типа принять. Это запрещено. У нас одна валюта, которая имеет право нахождения на территории России, это рубль. Да, которой можно совершать какие-то операции. Да, совершенно верно. Поэтому, если вы кому-то оказали услугу или что-то продали за криптовалюту, это уже за гранью. А, ну, при этом иметь криптовалюту я у себя могу. Иметь, и обменять ее в сделки, покупать, продавать, закладывать, дарить, оставлять наследство можете. Да. Совершенно спокойно, это абсолютно законно. Швейцарские часы Frank Müller, эксклюзивная лимитированная коллекция. Каждые часы в комплекте идут с холодным кошельком, где хранится приватный ключ, публичный ключ изображен на циферблате, где цифра 12, а также карточка, которую вы можете носить с собой. 250 штук в мире произведено, цена 33 тысячи долларов. Компания Miner World, меня зовут Владимир. Роберт. Знаешь, почему мы подошли именно к тебе? Ну, догадываюсь. Догадываешься, да. Сначала мы думали, что это реклама саянской фольги, но навряд ли, да? Расскажи, пожалуйста, как ты где-то, что ты? Я на самом деле просто как сорока люблю все серебряное, биткоины, эфириум, золото, серебро. Познакомился с биткоином, когда он стоил 30 рублей, один бакс. Бам-бам-бам. Мне мой один друг, программист, сказал, говорит, давай купим, говорит, биткоин. Я у него спрашиваю, а что это такое? Он говорит, ну это такие электронные деньги. Я у него спрашиваю, а сколько они стоят? Он говорит, 30 рублей. Я говорю, друг, знаешь, у нас и так денег нет, а ты предлагаешь купить деньги, которые стоят 30 рублей. Бам! Вот, представляешь, да? Теперь я всю жизнь об этом вспоминаю. Но что это мне научило? Теперь я каждое, скажем так, новое предложение, которое приходит, я всегда открыт, изучаю досконально. Если я вижу здесь перспективу, действительно какую-то технологию, людей, которые здесь что-то делают, то я обязательно это юзаю и всем рекомендую. Так, я понял. Ну, ты хотя бы не пиццу за там 20 тысяч купил или что-то. С вашего позволения, я немножко обращусь к вере. Раньше вот люди доверяли, верили все-таки подсчету голосов, что, скорее всего, есть хороший, умный центральный компьютер. Все это вовремя считается. А потом мы пришли сейчас к тому, к той ситуации, что приходится один голос посчитали, 10 человек. Да, 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 да. Вроде бы деньги считали, все было хорошо, все было прекрасно. И на тебе, почему-то блокчейну доверие больше. Почему я говорю доверие больше? Потому что вот эта вся масса людей, они пришли именно за этим. Конечно, нам безумно приятно, что банки тоже пошли в сторону цифровизации, что от наличных денег, от денег старого вида или к токенизации мы потихонечку идем. Но все-таки хочется вот уловить тот момент, что мы потихонечку из, ну, реального сектора, не из реального сектора, а из фиатной экономики все-таки движемся, ну, может быть, не в крипту, но то, что в цифровой, это 100%. Безусловно, процесс цифровизации давно уже начался, и он не завершен, конечно, но он, знаете, мы все живем в цифре. Следующий этап, это скорее даже не про блокчейн-технологии, да, это про выстраивание новой инфраструктуры, где у вас все активы представлены в одной среде.
И таким образом вы можете свой капитал использовать там, он не стоит ни одной секунды. Все, чем вы владеете, представлено этим токеном и постоянно находится в работе. Это, ну, представьте, что это, скажем так, асимптотически минимальная стоимость инфраструктуры вообще, где нету посредников и нету арбитража. То есть мы потихонечку приходим к сервису одного окна, пришли, одну кнопочку нажали, все получили. Ориентировочно что-то так. Ну, если не одного окна, а одной, не буду говорить, платформы, сети, а одной среды. Так, мы нашли замечательных ребят. Что это такое? Это у нас водяное охлаждение. В данном случае используется Z11. Здесь находятся три хэшплаты, в каждой три чипа. Ну, очень удобно скомпоновать. Чип очень похож на GPU чип, то есть как на видеокартах стоит. И у него общий массивный радиатор, просто он изменяется на радиатор с каналами, который уже не обдувается не воздухом, а промывается уже охлаждающей жидкостью. В чем плюсы? Плюс номер один – это тишина. То есть майнер работает вот с таким шумом. Я так понимаю, еще, наверное, надо немножко предзаглушить блок питания, потому что у них блок питания шумит. Первый плюс. Второй плюс – аккумуляция тепла. То есть, да, Z11 мы воду не нагреем очень сильно, но, тем не менее, мы уже, это не воздух, который надо вот так тепло собирать, это вода. Это уже теплая вода, с которой что-то можно делать. Пускать, допустим, если у вас участок, целый стеллаж этих машинок, абсолютно спокойно можно отапливать какую-нибудь теплицу. То есть, прям по грядкам трубки пустил, все, круглый год морковка, эко-майнинг. Это вот контрольная плата, да? Да. Это контрольная плата. Хэш-плата? С чипами. В разобранном виде она. Вот количество чипов, которые там находятся. Это у вас в отеле вот так, да? И сколько стоит киловатт у вас? 5 рублей. Первый день, в первую минуту, как мы только открылись, зашел человек, сказал, сколько у вас в наличии есть вот этих аппаратов. Мы ему столько-то. Он такой, забираю. Что, забрал, нет? Не забрал? Знаю, сегодня... В обед должен подойти и что-то, ему нужно 1000 майнеров, вот. Нет, это предзаказ, он хотел забрать, что в наличии, да, есть. Да, и сделать предзаказ на 1000 майнеров. Это достаточно крупный объем, и это делается из нескольких этапов. Также есть ребята, которые не слишком понимают, где они находятся или что они делают. Есть ребята, которые очень крутые, они знают, где они находятся и что они делают. Также и клиенты есть, которые... Только начинают, у них много вопросов, там, о, что такое майнер, а как биткоин там добывается. А есть ребята, которые приходят, говорят, слушайте, нам нужно 500 майнеров ремонтировать неделю, справитесь? Нет, ну тогда мы дальше пойдем. Вот, то есть как и серьезные игроки есть, так и новички. Этот форум, в принципе, для всех. Да. Основная проблема форума в том, что, наверное, не форума даже, а майнинга, это настолько быстро развивается, что лексикон еще не проработан. Вот, и многие понятия, которые у нас, например, внутри России появились, например, майнинг-отель, если его переводить на английский и говорить на английском, англоязычном, англоговорящим людям, а, да, они не понимают, какой отель, типа, и то же самое. Люди приходят... Как, как по-английски, то есть место, где размещают майнеры за деньги, как по-английски звучит? Не знаю, вот в этом и проблема, что... Хостинг. Хостинг. Майнер хостинг, наверное. Просто хостинг или майнер хостинг? Дата-центр? Нет определенного, грубо говоря, лексикона или языка. То есть это еще... Каждый день придумывается новое слово, связанное с майнингом. Это понятия какие-то, которые в разных местах по-разному. Нужно это структурировать. Да, действительно, мы все ждем эфир 2.0, который довольно серьезно переформатирует текущую индустрию Proof of Work майнинга, освободив невероятное количество машин, которые станут, ну, как нам сейчас кажется, невостребованными. Но когда мы задумываемся об этом, стоит учитывать два фактора. Фактор первый – эфир 2.0 еще не дописан. Это довольно комплексный процесс, состоящий из нескольких довольно сложных этапов, и в текущий момент мы проходим только нулевой этап, этап так называемого beacon chain,
когда формируется только основа для того, что в дальнейшем превратится в эфир 2.0. И говорить пока о реализации таких вещей, как шардинг или тот самый Proof of Stake, пока еще объективно довольно рано. И учитывая тот факт, что большая часть этого кода, она на текущий момент еще только пишется, говорить о том, что эфир 2.0 массово там будет интегрирован, скажем, в 2022 или даже 2023 году, объективно еще рановато. На мой личный, очень субъективный взгляд, мы увидим полноценно эфир второй версии не ранее 2024 года. А до этого времени, скорее, мы еще не один раз обновим all-time high по эфиру. Поэтому, скорее всего, в текущий момент нестись, сломя голову, и стараться слить видеокарты, которые майнинг эфира, это не самая разумная стратегия. Но и после того, как эфир 2.0 будет реализован, на самом деле количество криптовалют, которые используют те алгоритмы, которые позволяют их эффективно майнить на видеокартах, он достаточно большой. Есть эфир Classic, который явно продолжит свое существование. Есть Ravencoin, есть еще огромное количество проектов, которые, скорее всего, вероятно всего, после реализации эфира второй версии получат как раз-таки довольно серьезный буст, потому что эти неиспользуемые мощности, они как раз переключатся на подобные проекты. И, возможно, имеет смысл присмотреться к подобным продуктам, но, опять же, суммируя всю эту историю, в текущий год-два я не уверен, что эфир 2.0 вдруг резко окажется зарелизенным. Очень много ездил по фермам, и я больше объединяю и Россию, и Казахстан, то есть нас как СНГ все-таки больше выделяю, и в Твиттере в своем пишу именно, что СНГ набирает обороты. Вот. И когда я был и на казахстанских фермах, и на российских, да, у нас сложный подход, у нас он не выработан еще до конца, но, во-первых, у нас близко Китай, и если сейчас мы сделаем грамотную миграцию крупных майнеров из Китая к нам, и они почувствуют, что у нас адекватные принципы работы, у нас безопасно, то есть они почувствуют себя в защите, то, естественно, они будут дальше вкладывать в оборудование и тем самым заполнять полки наших хостинговых компаний. Плюс рынок все-таки майнинга укрепился, то есть понятные лидеры, понятные игроки, да, они каждый раз масштабируют свои полки, объемы и так далее. И я думаю, что не за горами, когда несколько российских компаний все-таки также замахнутся на IPO и будут готовиться к этому большому выходу и смогут как раз привлечь эти инвестиционные деньги от различных инвесторов. Поэтому США, естественно, на коне, они все понимают, они делают все качественно, они все делают быстро, но я думаю, то, что Россия и Казахстан могут дать сильную фору такую в этой игре. Да, я, наверное, добавлю, нельзя не признать то, что эти белые пятна, которые в законодательстве остались, они действительно отрабатываются и они действительно закрываются. И очень хочется верить, что уже там, например, в весеннюю сессию Государственной Думы мы уже увидим вот этот законченный закон, который полностью будет регулировать всю эту экосистему, что в свою очередь сделает Россию, которая уже на сегодняшний день по всем своим параметрам, благодаря всей вот этой зоне вечной мерзлоты и огромному количеству невероятной дешевой электроэнергии, уже имеет все шансы стать этим флагманом. Единственного кубика, который, кусочка пазла, которого в этой игре не достает, это то самое законодательство. И стоит только ему появиться, я уверен, что все те компании, которые, как Никита совершенно верно сказал, на текущий момент мигрируют из Китая или, в принципе, подыскивают на европейском континенте более удобную экосистему, вполне вероятно ринутся в Россию, и поэтому, на мой взгляд, шансы действительно для этого есть. Хотя не могу и не поддержать позицию Александра о том, что гораздо эффективнее смотреть в день послезавтрашний и изначально простраивать эту историю так, чтобы потом мы не насобирали огромное количество там просто обычных майнеров без возможности потом модернизировать это, например, для искусственного интеллекта. Но очевидным образом майнинг биткоина в том виде, если там в эфире мы уже определили там горизонт в 2-3 года, который приведет к каким-то глобальным изменениям, то касательно майнинга биткоина, на мой взгляд, говорить о том, что там биткоин вдруг перейдет на какую-то альтернативную систему, ну, пока что там в горизонте десятилетий точно не предвидится, да и на мой личный взгляд, я в принципе сомневаюсь, что биткоин когда-то от этого уйдет. Поэтому здесь это не такая большая проблема, и зная русский подход, что давайте сейчас сделаем и сделаем громко, красиво и масштабно, я думаю, вполне вероятно, что у России есть действительно все шансы стать флагманом.
Здравствуйте, меня зовут Евгений. У меня вопрос к Вадиму. Вопрос предельно утилитарный. Можно ли простому майнеру на там, пару-тройку мегаватт купить оборудование в UbitFuel? Спрашиваю вас, потому что через ваш сайт никому не пробиться. Мы какое-то время назад сделали, наверное, переход к максимальному фокусу на институциональный капитал, и сейчас все наше оборудование идет вот на там, крупнейших майнеров, такие как Cypher, и может быть для очень ограниченного количества инвесторов, с которыми мы формируем joint ventures. Да, мы идем сейчас, энергия — это стратегический актив, я полностью поддержу. Мы контролируем чипы, себестоимость производства, поставки. На ритейл рынок мы его сейчас продаем по минимуму, но в принципе продаем. Но деньги вперед. Попробуйте еще раз отправить запрос на salesbitfury.com, и мы отработаем. Но мы не ритейл-ориентед сейчас, не ритейл-ориентед. Не, ну минимум вы примерно сказали, правильно, это несколько мегаватт, вот от нескольких мегаватт можем говорить, но сейчас наше все оборудование, оно распределено уже на гигантских клиентов, которые покупают по 300 мегаватт, вот, по 300, 100 мегаватт, вот такие вот клиенты. Вот, поэтому срок поставки, я думаю, сейчас будет довольно большой, но вы напишите и, может быть, найдем компромисс какой-то. Красавчик, то есть ты зацепил такую тему за весь, за все два дня форума, никто не сказал такого, то есть не озвучил как проблему, а поздно ли заходить в майнинг. Вчера, сегодня неплохо, завтра тоже поможете попробовать. Ну, то есть, знаешь, когда американцы с этими бабками заходят, ну, ты понимаешь же, что они... Ну, у них, у да. них средний да. чек, то есть да. там начиная вот. С 6 тысяч. Да, это понятно. Я тебе в целом про подход в рынок. То есть они же проанализировали, не поняли, там сидят эти все дядьки с Уолл-стрит, эти все на телефонах, да? То есть, да, понятно то, что у многих там частных инвесторов не такие котлеты, да? Но в любом случае, ну, все там, в принципе, инвестирования, да, как и Баффет там начинал, все вот так, вот так. Все почему-то. У тебя там стоит тут пару машинок, тут у тебя на бирже доход, там у тебя в стейкинге лежит. Красота. Вот, все, ну, и уйдешь с завода, ну, и будет хватать тебе на дошек уже сосиска, как бы, и все. Уже сосиска, это хорошо. Да, уже сосиска, уже поприятнее, понимаешь? Просто спасибо тебе за выступление. Все, давай. Обожаю вас. Всем привет, подписывайтесь на них, все, у них будет хорошо. Здравствуйте. А дайте интервью Первому каналу, что здесь происходит? Огромнейшее, великолепное мероприятие Blockchain Live 2021. Про пул, чем он лучше остальных и почему его стоит выбрать именно в России для российских майнеров. Потому что мы вот рекомендуем своим клиентам, как бы, и почему это лучше. Нас все спрашивают, почему этот пул лучше, чем другие. Наш пул один из крупнейших майнинговых пулов, входит в топ-3. Нельзя сказать, что какой-то пул прям глобально лучше другого. Это как вопрос вкусовщины. Кому-то один интерфейс нравится, кому-то другой. Мы своим клиентам, VIP-клиентам предоставляем специальные условия, пониженную комиссию. Также у нас есть сервера в России, которые помогают сократить. Скорость пинга будет минимальная. На сколько процентов это может отразиться именно выгода для майнингов? В отличие от демо. То есть 1% есть разница. Где-то 0,5, я бы сказала, скорее. В зависимости, какой пинг был до этого. Mm-hmm. То есть, если там был... Если Иркутская область майнит, они находятся близко с Китаем, то есть используют пекинские сервера. Все равно лучше на этом. Лучше, чем российские. Лучше все равно использовать российские. Мы проверяли тоже сам, какой пинг. Все равно до китайского сервера там порядка 80-90 секунд. Да, российского 43, 50 максимум. Вот, то есть чуть-чуть выгоднее, но небольшая эта разница, но тем не менее. А вот еще один такой вопрос. Как часто бывают взломы аккаунтов в Ребидисе? Очень такое, даже я не могу представить, чтобы такое произошло. У нас
если человек теряет телефон, он как-то потерял доступ к мейлу, либо к аутентификатору. Система KYC очень серьезная, и я даже не могу представить, чтобы такое произошло. Только если там кто-то получил полный доступ, я не знаю, к почте, ну, понятно, ко всем данным, Google аутентификатору, тогда только такое возможно, а так у нас... Ну, мне вот этим больше нравится, KYC именно безопасностью, потому что как бы можно установить все эти и SMS-коды, и аутентификацию различную. Вот, и опять-таки техподдержка у нас. Работает? Целый отдел. Нет, она работает. У нас несколько человек отвечает именно за русскоязычный сегмент. Всегда можно написать, в любое время позвонить. Либо мне, либо нашим менеджерам, которые проконсультируют по всем вопросам, ответят. Я улетаю завтра. Дорогие друзья, к сожалению, это мероприятие подходит к концу, и нам уже пора прощаться. Мы готовы бесконечно долго делиться с вами всем, что здесь происходит, но, увы, пора прощаться. Огромное спасибо за ваши просмотры, за ваши комментарии, за ваше внимание, за ваше драгоценное внимание. Спасибо вам большое за то, что вы нас смотрите. Всем пока, до новых встреч. С вами была компания Manner World.